Всем привет и добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча в следующем составе. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая сегодня нам предложит тренер. Жордан Веретю. Джеко. Идут они в атаку. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Лерой Фен. Стивен Бергюйс. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча в следующем составе. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая сегодня нам предложит тренер. Жордан Веретю. Джеко. Идут они в атаку. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Лерой Фен. Стивен Бергюйс. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча в следующем составе. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку. Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая сегодня нам предложит тренер. Жордан Веретю. Джеко. Идут они в атаку. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Лерой Фен. Стивен Бергюйс. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Всем привет и добро пожаловать на футбол. Отличный день для отличного матча в следующем составе. Довольно рискованное построение выбрала команда на игру. Главное не дать противнику убежать в контратаку.
Не всем нравится стиль игры этой команды. Кто-то критикует их за излишний оборонительный футбол. Кто-то пренебрежительно говорит об автобусе. И тем не менее команда гнет свою линию. Но действительно, они быстро садятся в глубокую оборону. И иногда такая сегодня нам предложит тренер. Жордан Веретур. Джеко. Идут они в атаку. Надо было поскорее отобрать мяч. И им это удалось. Лерой Фен.